такая вот дорожная ситуация. Итак, привет, друганы, братаны. Так, тренировочка закончилась, душик и домой. Так, ну так чего, методичность или усердие? Переходит ли количество в качество? И какое должно быть там количество? Вышел тут такой интересный диалог по поводу того, как некоторые люди занимаются. Я все время часто говорил о том, что знаю фиговую тучу народу, кто напялит на себя кимоно и ходит на протяжении там 20 лет в один и тот же клуб, и воз и ныне там. То, что было 20 лет назад, никуда ничего не продвинулось и осталось. И люди типа это пределе, да? Вот вроде человек занимается методично, регулярно, а толку никакого. Но вот я про таких как бы не хочу говорить сейчас. Почему? Потому что это говорит о дефекте тренинга самого непосредственно. То есть это говорит о том, что человек, занимается чем-то не тем. А вот другой вопрос, когда человек занимается тем, все правильно. То есть он занимается по прогрессивной методике, действует абсолютно верно, так как надо. Вот. Но что при этом будет лучше? Если он будет заниматься сезонно, вот как вот готовятся на сборы, предположим, там, да, 2 месяца там отпахали, вышли на пик возможностей своих, и потом, значит, забили на все, да, и потом опять подготовка. Это во всех современных видах спорта практически, особенно профессиональных, присутствует такая фишка. В бодибилдинге в сезонами готовятся, там, разжираются, как поросята, потом сушатся. В ММА то же самое. Не в форме совершенно, имеется в виду в кондиционной форме. Потом начинают резко гонять вес и при этом пытаются увеличить свои функциональные показатели. Вот. А есть другая категория людей, которые работают абсолютно методично, постоянно находятся в форме. Да, не в пиковой, но в постоянной форме находятся. И вот я-то как раз ратую больше за тех, кто вот придерживается подобной концепции. То есть именно так поступает. Почему? Потому что из очень хорошей формы, если даже надо, в пиковую форму прийти можно мгновенно практически. Это раз. Во-вторых, это будет для здоровья вредно совершенно. Когда же из дебильной кондиции перестройка идет, то, конечно, для здоровья это колоссально. И работает только пока очень сильна компенсация в молодости. И никак иначе. Вот. Поэтому я считаю, что лучше заниматься методично. Лучше и даже в объеме тренинга можно заниматься намного меньше, но заниматься регулярно, заниматься каждый день, чем, предположим, заниматься очень мощно, пиково, там, 2 раза в неделю. И уж тем более, хуже нету, заниматься урывками, не урывками, а даже циклами, предположим, по месяцу, потом месяц с дурака валять. Нет, не способствует это прогрессу. Это способствует выходу на определенное состояние на очень короткий период. Это как выпить чашку кофе. Вы резко повышаете свои какие-то потенции, но на самом деле потом наступает истощение и требуется более длительная фаза восстановления. Если же вы хотите всю свою жизнь действовать эффективно, то нужно работать методично. Да, это особенно важно тем, кто не стремится к высоким спортивным результатам, а занимается для здоровья. Я не говорю про физкультурников. Я говорю про тех, кто занимается серьезно даже, боевыми там, искусствами, кроссфитом занимается. Но занимается не ради спортивных достижений, а ради собственных. И не ради каких-то своих рекордов, а ради выносливости, здоровья, хорошей работы сердца, функциональной хорошей подготовки. Вот там нужна методичность. Каждый день, ну, может быть, сплит такой, что вы работаете не каждый день, а, ну, предположим, 3 плюс 2, то есть, вернее, 5 плюс 2, там, например. То есть 5 дней работаете, на выходных отдыхаете. Или 3 плюс 2, 3 дня занимаетесь, 2 дня там отдыхаете, потом 5-3 занимаетесь, 2 там отдыхаете. И очень важна системность. Если вы занимаетесь для здоровья, то режим в таком тренинге имеет колоссальное значение. Что я под режимом подразумеваю? Что тренировки желательно проводить в одно и то же время, и чтобы у них была определенная цикличность. Объясню.
То есть это не значит, что они должны быть одинаковые, да, все время. Но, предположим, если у вас есть кардиотренировка, и она у вас идет с утра, то так и нужно, по крайней мере, на протяжении довольно длительного периода работать именно в таком ключе. Предположим, у вас по понедельникам, средам, пятницам идет с утра кардиотренировка, а по вторникам, четвергам и субботам, по вечерам, это как пример я просто привожу, идет силовая тренировка. Вот не надо менять. В данном случае лучше пропустить. Предположим, у вас не получилось в среду позаниматься кардиотренировкой с утра. Но у вас есть время позаниматься вечером. И вы думаете, а позанимаюсь я силовой или кардио. Вот тут надо еще очень хорошо подумать. Если вы на хорошем уровне подготовки, то, скорее всего, никаких проблем у вас и не будет с этим. Если разочек так будет. Но если вы не подготовлены, то вот даже периодическое такое нарушение с режима, оно не поспособствует. Вы не будете восстанавливаться, понимаете? У вас с утра, вернее, у вас до следующего дня, до вечера должна идти фаза восстановления, потому что организм уже к этому, в смысле, привык. Вы же заставите его работать после гораздо меньшего промежутка времени по восстановлению. И это плохо, скажется. С одной стороны, да, кто-то скажет, да, но зато я так себя готовлю к жизни больше. В реальной этой ситуации я не знаю, когда что произойдет, понятно. Но я говорю, что вы занимаетесь, если для здоровья и для каких-то результатов для себя, то режим играет колоссальное значение. То же самое, как и режим питания. Понимаете, вот никогда нельзя разделять, если вы работаете над хорошей физической формой, никогда нельзя разделять тренировку возле холодильника, да, на кухне, и тренировку физическую в спортивном зале. И вот здесь то же самое и работает. Если вы нарушаете режим питания вашего, я даже не про количество съеденного, а про не вовремя съеденное. Если, предположим, вы должны есть определенное количество килокалорий за день, разбив их все на 5 приемов пищи. Это работает. Но если вы все те же самые килокалории сожрете за 2 приема пищи, то это совершенно по-другому работает. Если в первом случае вы, скорее всего, начнете худеть, так как вы разгоните метаболизм этими малыми порциями с интервалами, то во втором случае вы его замедлите, метаболизм. У вас все съеденное после каждого приема пищи, что в данном приеме пищи будет выше нормы энергетических ваших потребностей, все пойдет в жир. Вот и все. Вот так это работает. И то же самое касается тренировок. Если вы нарушаете режим, соответственно, о результатах, о росте результатов можно забыть. Или этот рост будет, но он будет крайне медленный, как бы вообще никакой. Вот так вот. Поэтому лишний раз я повторюсь, что я сторонник системы постоянного нахождения в хорошей спортивной форме. Это раз. И соблюдение спортивного режима, режим питания, это два. Все нужно для этого делать, если вы хотите достигать каких-то результатов. Это моя точка зрения. Она не только как обывателя, а скорее всего не как обывателя, а как спортивного врача, это раз. Во-вторых, практика. Человека, который постоянно в этой теме варится, этой темой занимается. Я с вами был Михаил Шилов, автор проекта корректура.ру. Заходите, подписывайтесь. И подписывайтесь на мой канал на YouTube в том числе. И найти его легко. Набирайте Михаил Шилов YouTube и очень легко меня найдете. Все, всем пока.